Вместо скальпеля и стетоскопа врачи ОКБ взяли в руки ведра и лопаты. Более 100 саженцев, кленов и ясеней посадили на аллее поколений. За 35 лет работы медицинского учреждения здесь сменилось не одно поколение врачей. Причем это семейные династии. Среди таких династий и семья главного врача Дмитрия Хубезова. Родители врачи и сын – будущий хирург. Просто нам приятно будет, если и наши доктора, и пациенты вместе с родственниками, если погода будет позволять, походят по этому скверику небольшому. Мы обязательно поставим здесь скамеечки, обязательно проложим дорожки. Ну, то есть, большое спасибо всем тем, кто откликнулся на эту акцию. Вот эти деревья нам предоставили бесплатно. Игорь Васин также является представителем династии. Мама – гинеколог, папа – патологоанатом. Именно по его стопам и пошел Игорь. Жена – тоже доктор, врач-реабилитолог. Работа Игоря заключается не только в установлении причины смерти. Как это принято считать, важным этапом его деятельности являются гистологические и биопсические анализы. В своей лаборатории они ставят диагноз, от которого зависит дальнейшее лечение пациента. Сажать деревья доктор вышел с удовольствием. Молодые побеги, как символ жизни, совсем скоро украсят своей зеленью местный пейзаж. Ничто не сохраняется в наших душах и сердце, как память. Вот эта акция – это закладка той благородной, той памяти, которая должна сохраниться в веках о нашей больнице, о наших врачах, о наших поколениях. Саженцы для посадки на территории ОКБ предоставил экологический Рязанский альянс, активисты которого реализуют проекты по сохранению и улучшению экологии в нашем городе. Посадка деревьев является одним из самых приятных моментов, поскольку это действие, которое ты сделал однажды, а плоды его будешь наблюдать на протяжении большого количества времени. И посадка именно на территории областной клинической больницы для нас очень интересна, потому что место, куда приходит много людей, место, которое должно сплотить людей и коллектив врачей, что это будет такая связь, где они смогут пройтись по этой будущей аллее. Весело и задорно врачи стали сажать новые деревья. По мнению участников, это не просто акция памяти, это акция объединения. Хотим сделать небольшой сад для наших больных и сотрудников. По-моему, сохранять природу, приумножать ее очень здорово, очень правильно. Мероприятие очень позитивное, настраивает на трудолюбивый лад, сплочает коллектив. В жизни человек должен сделать три дела, да? Родить ребенка, построить дом и посадить дерево. Так что мы делаем благое дело. Давно доказано, положительные эмоции способствуют скорейшему выздоровлению. Озеленение территории ОКБ повышает климатотерапевтические качества для пациентов. Многим будет приятно жарким летним днем прогуляться в тени молодых деревьев. Мария Рудаева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».